день. С вами Лавка Орка, и сегодня мы посмотрим, что же находится внутри дастовского арми бокса спецназа. Две миниатюры снайпера. Отряд спецназа Kill Squad, в вооружении которых есть помимо автоматов один пулемет, огнемет и пара ручных гранатометов РПГ. Отряд спецназа «Саботажники», вооруженные автоматами и зарядами взрывчатки для уничтожения вражеских бронированных целей. Лопасти вертолета. Коробка, в которой находится сама модель вертолета. Стекла кабин пилотов. Карточки подразделений. В итоге мы получаем 13 миниатюр, среди которых десантный вертолет Invader, два отряда из двух снайперов, штурмовой отряд Kill Squad, отряд саботажников. До новых встреч и всего доброго!